6 специализированных микроавтобусов для инвалидов сегодня отправились из Москвы в Минск. Это подарок российского мецената Белорусскому союзу женщин. Машины оборудованы так, чтобы людям с ограниченными возможностями было комфортно и уютно путешествовать на дальние расстояния. Электроподъемники легко и безопасно поднимут инвалидные коляски в салон. Люди, которые с ограниченными возможностями, они и так обижены жизнью немножко, да, и стараются как-то самореализоваться, показать, что они такие же, как и простые люди, могут достигать таких же результатов. И поступок белорусских паралимпийцев, которые вышли с флагом российским в поддержку российских спортсменов, ну, это на самом деле вызывает уважение. Но самое главное все-таки это то, что мы все люди. И у всех, я уверена в этом абсолютно, доброе сердце. И это доброе сердце должно проявляться в делах. Маленьких, больших, неважно, но это должно идти все от чистого сердца. В эту пятницу спецмашины прибудут в Минск, а потом они разъедутся по всем областям страны. В дома-интернаты для инвалидов и пожилых людей.